Лекарственная зависимость. Медицинские и социальные аспекты борьбы с лекарственной зависимостью. Психическая и физическая зависимость. Лекарственная зависимость – это патологическое стремление субъекта к постоянному или эпизодическому злоупотреблению лекарственным средством с целью достижения психотического или физического комфорта. Используются как нелегитимные психоактивные вещества, так и зарегистрированные в нормативной документации Российской Федерации лекарства, обладающие гедоническим действием, то есть тем действием, которое приносит удовольствие. Злоупотребление начинается с рекреационного, то есть с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности здорового человека, но утомленного, использования лекарственных средств, и приводит в дальнейшем к формированию аддикции, то есть это ощущаемая, навязчивая потребность в определенной деятельности. Формирование лекарственной зависимости проходит два этапа. Это психическая зависимость. При отмене лекарственного средства наступает психический дискомфорт. Физическая зависимость может привести к грубым нарушениям обмена и физиологическим сдвигам при отмене лекарственного средства. Характерно формирование синдрома абстиненции, то есть синдрома отмены. Медицинские аспекты борьбы с лекарственной зависимостью. Традиционно наркология рассматривает наркоманию как неизлечимую хроническую болезнь, в течение которой возможны более или менее продолжительные периоды ремиссии. Три главных клинических феномена – это психическая зависимость, физическая зависимость и толерантность, то есть привыкание к наркотику. В подавляющем большинстве случаев лечение сводится к госпитализации больного, лишению его возможности принимать наркотики, проведению дезинтоксикационной и общей укрепляющей терапии. Перечисленные мероприятия купируют абстинентный синдром, разрушают физическую зависимость, однако психическая зависимость остается вне досягаемого для существующих сегодня психотерапевтических мероприятий, построенных в соответствии с традиционным психиатрическим подходом. Какие имеются социальные аспекты борьбы с лекарственной зависимостью? Наркоман оказывается на краю общества, загнанный туда своими же друзьями, родителями, милицией, социальными службами, работодателями и так далее. Единственная среда, где его принимают, это среда, где господствует культура потребления и других психоактивных веществ. Таким образом, он живет в среде, которая в психологическом смысле разрушает его сильнее, чем наркотики, но вне которой он уже не способен существовать. Какие имеются способы борьбы с этим? Это трудотерапевтические методы и групповое лечение и реабилитация, то есть это общество анонимных алкоголиков, наркоманов.